Наш с вами третий видеоурок по монетизации зарубежных подписных баз на канале готовых методик заработка 100 секретов рф если вы еще не подписались ставьте лайк и подписывайтесь итак я думаю что вы помните как в прошлом видеоуроке мы изучили одну из простых подписных стратегий вот так вот она выглядит но эта стратегия, несмотря на то, что она применима, и вы можете ей пользоваться и на ней зарабатывать, она дает не максимальную отдачу от подписного листа. В этом видеоуроке мы рассмотрим более продвинутую и эффективную стратегию, в первую очередь для продажи информационных товаров. Давайте посмотрим ее схему вот такая вот схема на первый взгляд все очень сложно но я думаю что когда вы разберетесь вы поймете насколько эффективно здесь используется подписной ресурс я могу сказать что вот я пробовал подобные схемы еще до того как я встретил данное руководство и эти схемы показывают свою эффективность давайте рассмотрим механизм это такая же классическая подписная страница дальше одноразовое предложение, one-time offer. То есть, подписчик после подписки, видит одноразовое предложение. Он уже подписался, и ему предлагается купить какой-либо товар или какой-либо продукт. Что здесь важно? Здесь важно, чтобы ценность для подписчика этого продукта многократно превышала ту стоимость, за которую он продается. И поэтому сделать это можно двумя путями. Первый путь. Это действительно поднять ценность того, что вы даете. Второй вариант – это снизить стоимость. То есть, ну, ценность может быть внутренняя 50-100 долларов. То есть, вот такую стоимость может оценивать ваш подписчик-продукт. А вы его отдаете за 5 долларов. То есть, это очевидная выгода. Для чего это нужно? когда вы только знакомитесь с вашим подписчиком, важно, чтобы у вас возникло какое-то доверие. И вы должны дать ему ну, какую-то вещь, которую он заведомо скажет, что да, эта вещь ценная, да, я заплатил за нее 5 долларов, но я получил результат на 50. Вот так должен выглядеть вот этот одноразовый офер. Почему он не делается дорогим? Потому что здесь задача охватить максимальное количество подписчиков и перевести их в покупателей. Но даже вот при такой стоимости отсечки, то есть ну, порог оплаты здесь равен примерно такому же порогу, если поделить его на 10 для рунета. Но я могу привести пример 5 долларов, ну, допустим, 400 рублей. Вот Если вы продаете товар, или подписываете человека и предлагаете ему какой-то продукт за 40 рублей. 40 рублей вообще это ну, для большинства не деньги, то есть, если человек видит, что это что-то ценное, он купит. Вот такой же эффект имеет one time offer для англоязычной аудитории. Итак, если человек соглашается, он покупает этот one time offer продукт и производит оплату через. PayPal. В PayPal можно настроить и также в платежных системах, через которые производится оплата, можно настроить страницу получения продукта. Ну, за рубежом ее называют почему-то страница благодарности. То есть человек вот, купил, его благодарят за то, что он купил. Не только он продукт скачивает, но там спасибо, что вы купили. Ну, я думаю, вы понимаете, что страница благодарности должна содержать еще и бонусы и ну, что-то хорошее. Чтобы человек многократно убедился в том, что вот не зря он заплатил эту, пусть маленькую, но все-таки э, значимую для него сумму. Итак, э, давайте пойдем дальше. Э, получил продукт. Э, ну, я думаю, что вы задаете вопрос, как мне разместить продукт и взять. Все это мы разберем в руководстве, то есть вся информация у нас будет. Э, он у нас через сервис. А выбор, как мы видим, а выбор, как паук, он, допустим, имеет одну и ту же базу. Вот человек подписался, вот через эту подписную страницу он сюда попал в базу. Если он переходит в раздел подписчиков, не купивших, и покупает, он автоматически вот так вот по диагонали попадает в лист покупателей. То есть его отписывают вот из этой серии писем и подписывают в эту. То есть есть перекрестные подписки, отписки, тут очень много функций, классных функций. Итак, ну, допустим, человек у нас купил, попадает в лист покупателей, и здесь приветственное письмо для тех, кто купил. Иногда открывается Membrary, то есть это ну, внутренняя зона для покупок, для общения пользователей и для скачивания обновлений и бонусов. И в дальнейшем серия цепочка писем. Письмо одно, письмо второе, письмо третье. Цель этих писем – это могут быть прямые продажи, это могут быть апселлы, это могут быть кросс Теперь, как работает эта схема? Если у нас человек отказался от одноразового предложения, почему он отказался? Причин может быть много, может быть он не доверяет, может быть у него уже это есть или он уже знаком с таким продуктом. Вот на этом этапе можно провести опрос. То есть, отпрос и сегментировать человека. То есть, вот этих подписных листов, не купивших, может быть, три. Например, новички, те, кто имеет средний уровень подготовки, и те, кому вообще не надо. Те, кто пришел сюда случайно или пришел по около тематическим запросам. То есть, вы можете разделить и вести в дальнейшем отдельно таргетированные подписные листы. То есть, клонировав вот эти подписные листы для некупивших. С этой функцией также справляется Weber и идет цепочка серии писем. Первое письмо, второе письмо, третье. Эти письма повышают вашу экспертность как автора рассылки, доверие покупателя. И здесь либо завершающее письмо, то есть в первом письме, допустим, предлагается очевидная выгода вашего продукта. Во втором письме может предлагаться эксклюзивность предложения, что осталось мало копий. В третьем письме вы можете дать скидку вашему посетителю и э, четвертое письмо это social proof то есть социальное доказательство отзывы тех кто уже купил тех кто уже довольный например вы продвигаете какую-либо программу по форексу в первом письме вы говорите э, очень выгодно классно заработать можно на форексе э, показываете примеры графики э, второе письмо вы э, говорите что осталось допустим Три копии торгового робота или три места в коучинге наставника, который обучит вас Форексу с доведением до результата. Третье. Для тех, кто не купил здесь и здесь, мы говорим, сегодня пятница, день распродажи, сегодня только сегодня вы сможете купить за 25% вот этот продукт если человек покупает, фактор цены. И четвертый, мы говорим, вот очень жалко, что вы не купили по скидке, но вы все еще можете купить, у нас осталось 5 копий, например, ну, инфотовара какого-то. И у нас здесь есть социальные доказательства. Это те люди, которые уже прошли этот тренинг, коучинг, купили этот товар и остались довольны. И на одном из этапов, вот здесь недорисованной линии, если человек покупает, он попадает в лист покупателей и в дальнейшем идут апселлы, кросселлы и какие-то продажи дополнительных продуктов может быть реклама чужих подписных баз вот так вот устроена продвинутая система работы с подписным листом очень интересно, содержательно, и она позволяет получать гораздо больший экономический эффект от ведения зарубежного подписного листа. На этом мы завершаем третий видеоурок. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, где вы найдете следующие видеоуроки. Наш канал 100секретов.рф с готовыми методиками заработка. А в следующем видеоуроке мы продолжим изучение зарубежного курса стоимостью 97 долларов, который мы купили и перевели для вас.